Что ж, ребята, приехали на вечернюю проверку. Есть работочки. Сейчас будем проверять, давай. Вот так где я. Давай ты я. Также по очереди, о, полная вымотка. Дергает, ебать. А ничего себе. А ты что, не взял пассатижи? Нет. А как мы будем сейчас вытаскивать? Так твоими культками, культяпками. Сразу подсекаю, есть. Хорошая? Нет, маленькая. Килограмма три. Килограмма три, наверное, да. Опа, 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 пошла опять. Опа, ага, пошла. Ну, иди сюда. Она облёт и шуркает. Увидел. Как он втягивает-то? Левой рукой него немножко неудобно. Дай мне. Да лёд и лёд зацепил! Да я всё понял. Опа! Есть, ребята, есть. Ребятушечки. Чучечка опять. Мамка проявила себя. Что, реально пассатижи нету? Нет. Выключаю. Что, давай выключаю. Тоже, ребята, у Егора тоже полная вымотка. Посмотрим. Есть? Васёк, тут что-то сразу. Тут что-то сразу такое чувство, что хорошее. Да. Оно вообще не идет. Да. Так, я могу. Убери, Вась, ветку эту. А? Ветку убери, а то. Или не кажется, или. Там что-то такое же, типа. Давай, доставай. Блин, мне кажется, багор у меня выпрямляет. Ты готовься, готовься, багор. Васёк. А, нет. Там что-то вообще здорово. Давай, я готов. Я приму пока. О-о-о! Рот идёт, давай. Ну иди. Иди сюда, давай выше. Вот он. Гигант. Ребята. От души. От души. О, он вообще по кайфу. О, сейчас зацепился. Как надо. Как надо, пацан, зацепился. Как ты не взял мои плоскогубцы, а? Как ты не взял свои плоскогубцы? Ну, ты же готовился. Тоже, ребята, вот такой красивый щук. Чуть, конечно, поменьше, чем мой. Но хороший, хороший. Килограмма 3-4, я думаю, даже больше может быть, да. Есть. Вася, с той стороны. Возьми. Смотри, с этой стороны, вот отсюда. Буду сечь. Че, ребята, еще раз. Еще одна сработка. Опа. Я замотался. Я уже замотался в лесках. Я даю слабину рыбе, чтобы она могла убежать. Даем ей возможность. Ой, что-то там соскальзывает, мне кажется.
что же, ребят, будет ли рыба? Ну, доставай так. Опа! Так, вижу. Давай. Мы одну линию не прошли. Так, встань туда. Или как? Нет, тут наоборот. Туда. Да, и леску туда, на свою сторону, чтобы ветер его туда сносил. Ага. Есть? Есть. Что-то я не приготовил, ошибка. Сейчас возьмем богорчик. Правую руку. Вроде что? Неплохое? Как обычно, минимум. Давай, я тебе верю. Есть, нет? Блин. Ой, блин, она идет, соскальзывает. Руки, чтобы сырые были. Ага. Уже плюнул. Опа. Что-то твоим фонариком не то. Почти. Там что-то такое неплохое. Голова не может зайти. Вот там я нос у нее уже видел. Вот такая рыбина. Видать, крупняк отошел. И стали нас веселить более меньшие особи. Ну так неплохая, килограмма 2-то по-любому есть. Ладно, сейчас будем его вытаскивать. Что ж, ребята, смотри. Багром. Ты не спеши, когда я подтаскиваю. А то ты быстро пытаешься все вытащить. Надо же секануть его. Никого нет, прикинь. Опа. Ушла. Опа. Что, хватает, думаешь? Мне кажется. Ребят, кажется, началась метель. Прям дикая. Пустой холостой. Ну что же, ребята, тут полная вымазка. Тут будет рыба. Оттуда, Вася. И тут перехлёст, ребята. Тут перехлёст. А какой тут перехлёст? Тут уже, наверное... Конец был, конец. Опа! Опа! О, он сразу дичайше начал уводить. Ну я походу подсёк. О, какое ветрище! Рыба клюёт самую плохую погоду! Пипец, руки мёрзнут прям сразу! Как будто они сразу как будто стали сосульками. О! Ой, завтра будут сопли. Соплей будет вагон. О, ушел. Не, стой, чувак. Чувак, стой. Идет. Опа. Блин, да что такое? Чувак, иди. Долго не могу с тобой вываживаться. Потому что руки мерзнут. Ой, блин, что-то об лёд прям шоркает леска. А леска не сказала бы, что такая уже толстая. Ну, давай. Давай. Нижние губы. Опа! Вот она, ребята. Трудовая щука. Как будто бы это сломалось, нет? Нет. Вот она, ребята, трудовая щука. Ночная? Ночная, летельная, трудовая щука. Ребят, не первый раз замечаю, вот сейчас было. Вот одна сработка, и вот рядом другая.
попарно как-то клюют щуки. Интересная тенденция. А мы же хотели, чтобы больше загаров не было. Ребят, реально уже думаем с Егором, чтобы загаров не было, как это не звучит банально. Васек, я тяну сразу, чтобы не морозиться. Ну, блин, как бы не рви леску все равно. Нет, я, конечно, не церемонься, но и не рви леску. Нет, нет. Че, нету? Полная вымотка нету. Вот это хрень. Что ж, ребят, у Егора пусто было, выросла капуста, у меня вроде полная вымотка, и есть щука, идет легко пока. Тебе сегодня везет вечером. Естественно, многовато я делаю, 15 метров. Она легко начала вообще идти, податливо. Сейчас выйдет какая-то машина. Пропала прям сразу. О, блин, ну что за зараза? Ну вон же она, вон же, я ее вижу. Но ты же уже нос свою просунула, ну куда? Давай, чувиха, мамаша. У меня руки мерзнут. Блин, вот там. О, блин. Есть. А нет. Вот, сразу принес. Ее прям. Мочканул. Включай, что? Попал, крылка. Люди его сломал, блядь. Что, сломал, нет? Полная вымотка, ребят. Ну ты, блин, прям в унгу весь снег развернул. Полная вымотка, посмотрим. Егор пока чистил, чуть не разломал жерлицу. Закинул туда снега, и теперь надо такой метель самому вытаскивать голыми руками. Есть? Нет. Чего мне так не везет? Реально пустой? Да, пустой, пустой. Сразу буду. Мотай. Так что, я буду сюда погодчик. Ребят. Ой, наверное, не видите меня сейчас. Ну. В общем, вот готовлю к завтрашнему дню удочки. Вот такую мамушечку. Решил поставить на летку. Ух, как снег пошел. У нас немножко метели и на палатку. Садится снег, соответственно, мы немножко отбиваем, чтобы она ушла. Вот такую мормушечку, на вот такую удочку самую простую поставили, ребят. Вот сейчас насыщаем мормышками, и вот из этого набора мормышек выбираем. Ну, стараемся вольфрамовые ставить. Вот. Если все получится, то завтра поедем на рыбалочку, на окуня. Я не знаю, вот такая... Конечно, классная, мне кажется, мормышечка. Но посмотрим. Кстати, его надо тоже привязывать правильно. Привязывать надо сверху. Вот, чтобы она стояла на под углом 45 градусов. Вот она вот так стоит. Если она будет стоять неправильно, как обычно его вяжут, то, соответственно, поклевок будет чуть меньше. Вот таким макаром.